Мы находимся в ресторане «Медведь» на проекте, женский проект «Перезагрузка 2.0», да, по-моему, да, называется. И сегодня мы приготовили для девчонок коктейли. Вот Женя сейчас как раз делает их и угощает. У нас, да, можно пробовать уже, да. Света, попробуй, скажи вообще, понравилось тебе или нет. Что мы, из чего мы делаем коктейль? Это смесь Wellness by Reflame. Мы взяли клубничную, а коробочка у нас вот она. Нет, куда она делась? А, вот. Вот мы взяли клубничную, молоко. Молоко сколько процентов? 1.5%. Овсяночку добавили и банан. Вот. Получается калорийность примерно 240 килокалорий от порции полной, 150 миллилитров. Это что заменяет? Что? Ужин, завтрак, что может заменить? Это завтрак. Завтрак. Это полноценный завтрак. То есть можно больше ничего? Можно ничего больше не есть. Очень быстро готовится, в минуту. И просто утром развела, выпила. Целый день у тебя энергии хоть отбавляй. И вообще полезно для здоровья, для желудка. Это обеда, потому что хватит. У кого вот особенно гастрит? Или... Целый день у меня. Не-не-не, почему нет? Ты есть-то кушать нужно. Он примерно тебе даст возможность 2 часа не есть. Через 20 часа надо покушать. Я имею в виду энергию он дает. Энергию. Да, конечно, там овсянка. Овсянка с... Там просто аминокислоты, которые содержатся в коктейле, они очень быстро всасываются. И, ну, считается, вообще это очень полезное питание. Так, да, вот идет мероприятие, все слушают, тут нам потихоньку подходят. Наташа, вы тоже пробовали очень коктейль? Вкусно. Ну, я до этого пробовала, но без овсянки. Сейчас овсянка мне понравилась. Спасибо. Ты меня тоже снимала, что ли? Да? А тебе понравился? Да, кстати, коктейль можно детям, да. Потому что состав коктейля, вот если я тебе прочитаю, здесь горох, молоко, яйцо, шиповник, яблоко и свекла. Все, больше ничего нет. Ароматизатор, натуральная клубника. Нормально? Очень вкусно. Рекомендую.